Салапова, их уже очень много. Он олимпийский чемпион в команде. Он бронзовый призер в индивидуальных соревнованиях. Ну а его партнерша, это тоже очень неизвестная фигуристка. И она очень много выиграла, в основном на юниорском уровне. Но в этом году они завоевали, с предыдущих партнеров, они завоевали право выступать в олимпийской команде России. Очень здорово выступали на чемпионате Европы. Так что впереди у этого дуэта гарантированное будущее. И я думаю, в этом мы сейчас убедимся. На самом деле, я тоже очень волнуюсь. Итак, встречайте на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Помогите им, пожалуйста, своими аплодисментами. Никита Кацалапов!
Знаете, я понимаю, что мы должны дать вам отдышаться, ребят, после практики. Подскажите к нам поближе, мы хотим вас рассмотреть поближе. Но тем не менее, вопрос, который очевиден, это вопрос очень такой глубокий. Ну как? Добрый вечер всем, спасибо, что пришли. Спасибо огромное за поддержку. Я получил огромное удовольствие, катаясь для вас сегодня, катаясь для Виктории. Мамуль, спасибо, что пришла. Спасибо вам большое за безумную поддержку, безумный большой зал, много народу. И так приятно, что вы все здесь собрались. И аплодисменты, спасибо вам большое за эти аплодисменты. Да, это действительно ваше такое первое на публике выступление вдвоем. Да, действительно, это первое выступление. Мы с Викторией катаемся всего лишь полтора месяца вместе, и эти полтора месяца прошли как один день. Настолько нам нравится и хочется работать, что мы будем двигаться только вперед. Вопрос, который не могу не задать. Несколько месяцев назад в Будапеште стал свидетелем концерта в аэропорту Будапешта, закончился чемпионат Европы, идет одна девушка, и за ней все поворачивают голову. Вот она идет, знаете, как солнышко путешествует по небосводу. Это была Вика Синицына. Никит, не боитесь, что уйдут? Для меня она тоже солнышко, все время оборачивается за ней, когда она ходит на самом деле. И невозможно оторвать взгляд, даже когда я катаюсь вместе с ней в паре. Это действительно так. То есть вы нашли друг друга. Вика, а ты как? У тебя тоже партнер, между прочим, в общем. Хорош, собой. Ты-то не боишься, что девчонки все-таки фанатки-то его увидят у тебя когда-нибудь? Задумалась. Действительно, очень красиво. Сейчас стрельбу кричат, не отдавай парня! Действительно, мне очень повезло с таким красивым партнером. И мы просто смотрим на формирование, и все, и ничего больше нет. Я желаю вам... Вы действительно безумно красивая пара, это правда. Мы вас поздравляем с тем, что вы нашли друг друга, и желаем вам огромных успехов. И желаю сохранить это чувство, с которым вы катаетесь сегодня. Виктория Синицына, Никита Хацалапов. Спасибо большое. Ну а сейчас мы хотим пригласить на лёд фигуристов, имена которых несколько месяцев.